Следующей точкой автопробега стала столица Чувашии. Колонна машин остановилась в парке Победы. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Память погибших Великой Отечественной войны почтили минутой молчания, к вечному огню возложили цветы. Отличившимся сотрудникам отдела Росгвардии Чувашии вручили медали ордена за заслуги перед Чувашской республикой, как символ того, что безопасность Родины и сегодня в надежных руках. Эта акция направлена для того, чтобы еще раз вспомнить историю, предысторию, как наши отцы и деды защищали нашу землю и дали возможность молодому поколению победителей жить под мирным небом. Следующей точкой памятного маршрута стала столица Татарстана. Именно туда направились сотрудники Росгвардии. Кстати, за 4 дня участники Приволжского автопробега проехали более 1000 километров. Сотрудники Росгвардии и ветераны войск правопорядка побывали на местах боевой и трудовой славы Чувашии, Мордовии, Нижегородской области и Татарстана. Поздравить с великим праздником!